Что такое VIP-обслуживание для клиентов и партнеров Павла Чернышова в проекте MyFX Bank у Станислава Чувашова? Специально для своих подписчиков и партнеров я договорился с Чувашовым о том, что им будет предоставлено VIP-обслуживание в случае, если они этого захотят. Я понимаю, то, что не все мои подписчики и партнеры шарят в теме Форекса, в теме настройки терминалов, регистрации у брокера, и для многих из них это может показаться слишком сложным и непонятным, и они не захотят заморачиваться по этому поводу, потому что многие вещи для них непонятны, и для них это может показаться слишком сложным. Вот специально для таких людей данная услуга будет максимально полезна. Что она в себя включает? VIP-обслуживание – это настройка полностью советника и его дальнейшее сопровождение специалистами проекта MyFX Bank. То есть они за тебя открывают счет у брокера, регистрируют, покупают ВПС, настраивают робота, делают регулярные еженедельные обновления и так далее. В общем, 90% работы они сделают и дальше будут делать за тебя, в случае, если ты этого захочешь. Конечно, ты можешь делать это все самостоятельно, а можешь сказать: нет, ребята, давайте мне VIP-обслуживание хочу получить, и они ставят вас в соответствующую категорию людей, и далее вы получаете уже все эти услуги. Поэтому если для тебя тема Форекса, тема терминалов, тема брокера слишком сложна, и ты от этого далек, и не хочешь заморачиваться, то заполни форму ниже под этим видео, оставь там свой рабочий номер телефона, и с тобой в ближайшее время свяжутся менеджеры проекта MyFX Bank. И дальше уже либо вместе с ними ты будешь настраивать форекс-советника, либо они могут сделать все это полностью за тебя, как ты захочешь. Главное, чтобы ты оставил там свой рабочий номер телефона и был возле телефона, когда тебе позвонят. Вот, поэтому пользуйся данной услугой, возможно, тебе она поможет, облегчит процесс работы с данным роботом и получение регулярной прибыли на Форексе. Благодарю за внимание. Если тебе понравилось данное видео, то ставь лайк и до встречи в следующем моем видеоролике. Пока!